Внимание, внимание! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале DevPlay, и мы попробуем с вами сыграть в игрушку под названием Chicken Police Pointed Red. Chicken — это у нас цыпленок, цеплячья полиция, а если искать, так скажем, напрямую петушиная полиция, Pointed Red — это, наверное, это Point — это очко, очкани — это красный, вот. Это у нас визуальная новелла, в чем на Android музяка играет джазовая. Вот. Давайте посмотрим, что это за игра. Ну, в принципе, я немножко, так скажем, видел обзоры по этой игре, но не вникал в сюжет и все остальное. Мертвецы тяжелее разбитых сердец. Реймонд Чендлер. Глубокий что-то там. Выбежал я на улицу взять пачку сигарет, но бумажник оставил дома. Блять, как это знакомо. Вот та же хуйня бывает. Ага, каков красавец, старею я. Ты не только стареешь. Я Сонни, Сонни Перле, детектив 20 лет. И был когда-то звездой подразделения по делам хищников полиции Кловвилля. Я половина легендарных пернатых коп. Я из, типа, да? Но теперь даже пачку курева купить мне не по силам. Эх ты. Может, просто утереться и все, пожалуй, придется. Самый красочный уголок в дикой природе. Ради всего святого, что за хрень? Последние квоханные краски много лет назад из меня тоже сползают потихоньку. Короче, города что-то не успеваю читать. Ибо нефиг было петушиться в молодом возрасте, товарищ детектив. Нет, а чего еще ждать? Вся наша жизнь – огромный эксперимент, и мы даже не заметили. Так все давным-давно крякнулись. Может, кудахнулись? Мы все верим в эту сказку про мирное существование. Волки, овцы, львы, ягнята – уф. А, ну, еще бы, а чего же нет? Просто смешно. Волки сажут овец, потому что по натуре такие. Я больше в сказки не верю. Ровно 121 день, и все, приплыл я. Пенсия. Четко, красиво так. Анимация. Ну, что может пойти не так? Город Кловвиль, район Руарк, бывший отель, короче, не из нашего мира название, я так понял, отелей и городов. Так, заходим, а тут у нас антилопа. Вот такое вот вступление, так скажем, детектива на пенсии, петушары. Как бы это ни звучало прискорбно. Что за черт? Ну и дерьмовый же замок у меня в офисе. Если даже бабу можешь его вскрыть. Она стояла в потемках под лучами света. На ней, казалось, играли полоски, будто угадывались маленькие тайны, которых вообще-то не было. Но она же не зебра. Не, она антилопа. Только выключатель повернуть, и все станет ясно. Элизабет Шарлотта. У нее точно должно быть какое-то сложное имя. В ее глазах стоял призрак прошлого, старше этого древнего дома. А может, и всего города. Или я перебрал просто. Все может быть. Но это ведь женская особь в моем доме, чего давненько не было. Не выгонять же. Слышь? А ничего, что, да, ты, блин, петуха, она, блин, антилопа. Ну, хотя в этом мире, я так понял, в этом лоре это нормальное явление. Хотя он в сказки не верит про то, как волки не может быть, чтобы сдружились с овцами, они его сожрут. А к чему-то он верит в то, что у петуха может быть что-то. Ну, вы поняли, о чем я, с антилопой. Так, The Chicken Police. Здесь уже по-английски все написано, ребята, в этом кодексе. Я его читать уже не буду по-английски. Это будет слишком уже для меня. И по-русски, блин, толком нормально не могу тут прочесть. Несу какой-то бред и половину слов съедаю или не успеваю дочитать. Так, что это на глаз? Ага.
типа это на все мы можем нажимать, так это не просто, значит, визуальная новелла, это и квест, или как оно там называется, правильно? Вопрос, это типа подсказки, коснитесь значка глаза, чтобы увидеть каждый интерактивный элемент. Короче, интерактивное кинцо, блин. Проводите пальцем влево и вправо, чтобы осмотреться. Ого, тут еще может быть осмотреться. Касайтесь пальцем, чтобы взаимодействовать с кнопками персонажей и объектами. Ага, разведите, увеличить масштаб. Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб. Ага, значит, вот это вот максимальная дальность, а это можно так приблизить. Осмотреться, вот так осматриваемся. А так мы можем типа четче, еще побольше рассмотреть сблизи. Ну вот это у нас наши, вот так скажем, рамки данного этапа. Так, нажимаем на это. Даже не знаю, что там за газеты. Ну, так посмотри, узнай, что ли. Телефон. Ага, значит, надо номер какой-то знать. А ну давайте, знаете, что сделаем. Блин, ребята, кто знаете, да, как это? 9-1-1. Ну, а нужно, но 6 цифр, типа, так не работает. Прикольно. Аж прям ностальгическое чувство это. Кто еще, так скажем, с 90-х помнит эти телефоны? Как им работать? Если, представьте, если кто-то, наверное, ну, более помладшее поколение, так скажем, даже не знает, вот это что за штука, что за хрень, как ее работает. Как ее использовать. Так. Кто не знает, ставьте лайк там, пишите комменты. Кто знает, тоже пишите. Так, что у нас тут? Давайте на глаз нажмем. Ну так, я нажимал на эту штуку. Был маленьким, весь мир хотел объехать. Но, видимо, не свои я тут и закончу. Хотя, хоть смейся, хоть плачь. Так, а ну-ка. Дверь в спальню. За этой дверью царство грязного белья, окурков и пустых бутылок. Прям реально, этот, квартира холостяка. О, свет мы включили. А если не включили бы? Давайте сначала посмотрим без включенного света. Ага. Несколько лет назад мы были звездами. О нас писали в газетах, нас звали на радио. Даже целую серию книг про нас выпустили. Вообще не скучая поэтому, мой старый напарник Марти, конечно, думает иначе. Ему уже так нравилось. Что ему нравилось? Черт возьми, стыд, позор, я не заголовок. А, все, нельзя повторно прочесть. Король джаза навсегда, это сняли еще когда джаз был под запретом, и живьем его слышал только раз, но никогда в жизни эту ночь не забуду. И не только потому, что очухался в гавани без пушки, значка и штанов. Да, перебухал. А это одно из самых прекрасных воспоминаний из моей старой жизни. До того, как Молли ушла и нашу дочку забрала с собой. А, то есть с него еще и ушла жена. Ну так, блин, ну что ж поделать, ты ж... Хорошие в жизни не вечно, лучшие уходят первыми. Это я увидел в витрине обувного магазина. Никогда этого не понимал, и еще меньше, причем здесь ботинки. Короче, типа он в смысле надогает, что лучшие уходят первыми, типа скупает обувь, но он имел в виду, наверное, что-то другое из жизни, мол. Люди. Книжки, которые я просто не буду читать, а может никто что... Жена забрала все стоящее, догадывалась, что здесь только пыль копиться будет, и была права. Типа, если повторно нажимать на предметы, то текст меняется, кстати. Если первый раз не успел, например, прочитать, то... Краски померкли, теперь только пустота, все уходит во тьму, нужно еще выпить. Короче, мы играем за алкаша депрессивного, который... Бросила жена. Наверное, я просто старый хрыч, пока я тут кудахтаю, что перемена не вечна, все меняется. Ты вышел из моды, дряхлая эта птица, смирись и передавай вперед. Которую бросила жена и которая сейчас... О, еще раз поменялась. Ради всего пушного, нужно чем-нибудь заняться, а не глазеть в окно, как болван с перьями, вместо мозгов. Ну-ка, собери, Сони.
Так, что у нас осталось еще? Дешевые виски. Любой виски, когда теперь выглядит одинаково, может это только за мои деньги. Так, лет... Печатающая машинка. Я обещал себе когда-нибудь роман написать. Но так и не написал такого. Забыл уже, где ключ, что бы там ни было, так там вовеки останется. Хорошо, дверь. Мы это нажали, выключатель. Включатель. Давайте включим, я так посмотрим. Ну да, светлее стало. Вот это еще, кстати, фотография. Дикие джентльмены. Это парни отстроили город после Великого пожара в 1867. Вот они, мои герои. Когда я еще куренком был, а может, им надо было оставить все как есть, выжженным дотла. Честно говоря, очень много текста, который вообще не имеет смысла к сюжету. Ну ладно. Ну это реально, но я ничем не чувствую, ну, не замечая то, что это будет как-то ну, каким-то образом относиться к сюжету. О, пистолет, значок. Мой бумажник и мой значок. Бумажник то настоящий, а вот значок нет. Шеф кроводер забрал мой. Вот так вот я и вытащил этот из пачки хлопьев на завтрак. Мало ли вдруг пригодится. Ну да, последняя сигарета. Да, милая, тебе везет, это прикурить нечем. И то прикурить нечем. Не так она опасна, чтобы за пушку хвататься. Хотя, кто ее знает. Ну, блин, видите, ребята, может, даже если мы не подобрали бы эту пушку, а потом бы к ней подошли, то могло быть как быть иначе. Ну, я не знаю. Играем, как умеем играть. А там посмотрим. Тут надо загрузить игру, настройки. А где сохранить игру? Так, что это у нас? Это мы с вами смотрели. Очки за вопросы есть какие-то еще есть. Ладно, потом зайдем. Смотри, что у нас еще тут осталось. Может, мы включили свет, что-то появилось новое. Так, номер мы не знаем ничей, поэтому подходим к этой чувихе. Сначала смотрим. Ну ладно, кто же эта дамочка? И какого квоха она забыла в моем доме накануне того-то-то-то? Так, позвольте мне представиться. Меня зовут Дебора. Дебора Ибанес. Это звучит, конечно, как мат. Вы не к тому обратились, мадам. Неужели? Просветите меня, мистер Перьеленд. Перьеленд, да? Так звучит. Не успею обратиться. То есть мистеру Филмору Лоу, он тот, кто вам нужен. Обратитесь к нему. Вы не по адресу и... Поверьте, мистер Перриленд, я не случайно именно к вам пришла. Слушайте, мисс, я в полиции работаю и сейчас в отпуске. Подряды я не беру, даже если бы сильно хотел. Даже от такой шикарной дамочки, как вы. Ого, и пошли тут уже подкатывания. Неужели у меня на лице все написано? Такая работа, но раз уж вы все равно пришли, не хотите выпить? А этому лишь побухать, алкаш. Я обычно не пью. Но мне нужно выпить, и с моей стороны будет не очень учтиво одному закладывать. Поэтому, может, немного шерри. Шерри, типа, так, напиток. Только ради вас, но тогда бурбона, пожалуйста. А ты давай слушаешь Дебора, нихуей, блин. Или нет, Сони или Сони Дебора? Кто из них Сони, кто Дебора? Блин, я уже запутался. Ну, Сони это так понял, мы за кого играем. Просто Перьеленд, блин, он путает меня. А это Дебора у нас. Хвала диким духом, у меня другого и нет. А, в смысле, другого напитка. Какое совпадение. Ну, давайте выкладывайте с самого начала. Норм. Уломали антилопу. Так, теперь хорошо. Что теперь изменилось? Извиняюсь. Тебе типа пойдет другой текст? Вот так-то лучше. Если я правильно понял, у вашей хозяйки поступает угроза. Какие именно? Это все очень странно. Сначала письма, потом они были на этикетке бутылки. Блин, я не успел читать. Да ё-моё! Подожди, а как это? А, это по новой сразу.
какие имена. Можно перематывать до начала аж. Вот. Это все очень странно. Сначала письма, потом они были на этикетке бутылки с вином, которые прислали в подарок. Потом их вырезали на кирпиче и бросили в окно. И, наконец, их написали на стене дома огромными красными буквами. Так, давайте копнем поглубже. Да ё-моё, как же это бесит. Да ёб твою мать, я не успел прочесть. Ну это реально очень неудобно сделали. Блин, очень хотелось, конечно же, детективомер, блин. Фокусируюсь на том, что известно подозреваемому ведет себя подозрительно, сосредоточившись на этом. Тема Джон Доу. Этот парень везде подозрительный, надо сосредоточиться на этом. Фокус подозрительный. Хорошо. Он ведет себя подозрительно, я веду себя подозрительно. Почему ты ведешь? Это типа как надо, типа подойти с вопросом каким надо или что? Собирайте мнение о подозреваемом. Каждое мнение добавляет новый вопрос. Новое мнение, вопрос 1, 2, 3, 4, столько вариантов. Впечатление. Угу. Бла-бла-бла, мне это нравится до 100%. Типа, я понял. Надо полегче и по-умному, дамочка. Вроде робкая, и это можно использовать, но надо думать, что ей говорить, а то можно отпугнуть. Начнем бережно, а потом в нужный момент поднажмем. Вы кто, собственно, мадам? Я в общем никто, мистер Пьерин. Но очень даже кто, если вам такое дело доверяет. Я выполняю поручение моего нанимателя, не более. Обычно это простая работа с бумагами. Милочка, тебя столкнули в воду? Плавать хоть умеешь? Поверьте, мне от этого удовольствия не больше, чем вам. Меньше даже. Так, а ну-ка еще поболтаем. Скажите, в какой части города живете? Холмы, Калаверы, Цветоквиль? Что это с вами? Нормально себя чувствуете, уверены? Давайте это спросим. Что она где живет, зачем вам надо? Что это с вами? Нормально себя... Ну... Да, простите, мне просто не по себе. Никогда раньше такого не делала. Да что там... Вламываться в дом незнакомым — обычное дело, у некоторых даже хобби такое. Не смейтесь надо мной, пожалуйста, мистер Переелент. Мне и так нелегко. Ну так могла бы возле двери постоять, так реально она какая-то подозрительная. Ваша правда, извините. Типа мы... Детективометр у нас понизился. А кто вы по гороскопу? Вы одна пришли своим ходом? Давайте по гороскопу, если это просто заключается в этом метре, детективометр, блин, я путаю уже. Если это заключается просто в болтовне, то лучше, наверное, так. А кто по гороскопу, милочка? Что? По гороскопу? Не понимаю, зачем этого. Блин, нажал случайно. Ну хорошо, танцовщица, мой ответ — танцовщица. Танцовщица, ясно, спасибо, потом можешь пригодиться. Или кем работает, или что это? Гороскоп, это типа в их мире такой гороскоп есть. Типа знак зодиака, танцовщица, блин. Ну раз вы так считаете, тем и так далее. Еще хуже стало, блядь. Чего пришли ко мне именно сегодня вечером? Были причины, может, я выгляжу наивным олененком, а может, я и правда такая, но голова на плечах у меня есть. Я не сомневался, в общем, мисс Ибанес. Ах ты, мисс Ибанес. Сегодня важный день для моей хозяйки. Она подумала, что для вас он тоже кое-что значит. Послание уже само по себе, но признаться, вы и сама. А знаете что, я приму это как комплимент, даже если это было что-то другое. Ага, прибавили. Так, надо полегче, по-умному. Дамочка вроде робкая, это сюда. И это может спугнуть, начнем бережно, а потом в нужный момент поднажмем. Короче, начинать на бережно с ней. Впечатление застенчивое, неуверенное и напуганное.
Вы хоть сами знаете, что вам нужно? Вы родились и выросли в Кловиле. А почему пришли вы? Почему не сама на внимательность, собственно? Ну, давайте с простого, да? Ну, типа, здесь родились, нет? А что? Получше вопроса не придумал. Ну, я не здешний, я из Грасмора. Ни о чем, честно говоря, не говорит, ребята, это, эти названия городов. Заметил, наверное, мой легкий акцент. Знаете, где это? Где это? Грасмор, конечно, только что спрашивали. Ах, это, забудьте мне клевать. А вы любите над другими зверями поиздеваться? Дикие духи, неужели так заметно? Боюсь, что да, блин, надо не совсем понятно, что имеется в виду вот эти тексты, блин. Раз так, теряю хватку, видимо, сменим тему тогда. Блять, опять я не то выбрал. Ох, короче. В чем вы пришли этот... Хоть знаете, ну давайте спросим вот это, а почему пришли именно вы? Почему не сама наниматель собственной персоны? Я работаю у мисс Наташи Кошенко. Типа, наверное, за кошкой. В последнее время она редко выходит из дома. Только по крайней нужде. Вот как. Мисс Наташа боится. Боится из-за этих непрошенных писем. Ведь ее так легко узнать. Значит, она одна из тех самых женщин. Не понимаю, о чем вы. Все вы понимаете, Дебора. Ну, спасибо, кое-что проясняется. Слишком долго ходим вокруг да около. Дебора точно что-то скрывает. Разберемся с этим. Так, я немножко детективометр, блин, не настроил, ёб твою мать. Вы ведь заигрываете со мной, хоть и не осознаете. На что именно вы рассчитывали, отправляясь ко мне? Что же тебе от меня надо? Где адрес достали? Давай, блин, напрямую уже в лоб бить, пофиг. Где ты адрес достала? Видите ли, у моей хозяйки отличные связи. И так она ни за что бы меня не выбрала. Не надо скромничать, детектив. Вы ведь главный из знаменитых пернатых копов, я угадала. Один енот по имени Зип со шрамами на физиономии меня посоветовал. Он же меня ненавидит. Нет, мистер Перьелент, никого похожего я не знаю. Типа, другая, типа, енот мне посоветовал, она говорит, нет. Ваше счастье, Дебора. Да ё-моё, опять минус. Что же тебе от меня надо? Вы ведь заигрываете со мной, хоть и не сознаете. Не совсем вас понимаю, мистер Перьелент. Хватит пургу гнать, Дебора. Вы смазливая умная штучка. Такое не скрыть даже вам сначала разговоры, из вас не вытянуть ни одного прямого ответа. Мне уже начинает казаться, что я просто работать не умею. Простите, мистер Перьелент, вы правы. В следующий раз постараюсь отвечать прямо. Было бы неплохо, мадам. А я еще хуже сделал. Короче, что-то скрывает. Вот какие-то неприятности, это для меня слишком опасно, я не могу за это взяться. А может, просто скажете, что меня здесь нет? А может, просто скажете, что меня здесь нет и все? Полагаете, вы созданы для таких вот поручений? Блин. Что же ей задать вопрос? Мне уже в голове каша уже. Сильно дохрена длинные диалоги, я вам скажу, ребята. Я не могу за это взяться. Какие-то, ну, и плюс, смотрите, да, вот, например, обсуждаем, она говорит конкретно из поручения. Опять, как дурачок спрашиваю, у вас какие-то неприятности, ну, понятно, что какие-то неприятности, что пришли, да, к нам. Полагаете, вы созданы, давайте чуть по, так скажем, конечно, нет. А зачем тогда вот это все? Просто не могу сказать, Наташа. Отказать, а то есть, если бы отказали, убило бы вас. Убыло бы с вас, а типа если ты отказал бы, что-то с тебя забрали, ну ушло бы. Нет, конечно, но она же моя подруга. Понятно. Блять. А вам не кажется все это подозрительным? Вам знакомо чувство полной незащищенности? Короче, вам кажется все это подозрительным? Послушайте, Сантино, я все объясню.
Не сомневаюсь, вы как раз из тех, кто всегда все объясняет, милочка, без обид. Почту это за комплимент или притворю, что не слышала. Видите, мы начинаем друг друга понимать. Так. Если вы не хотите толком ничего рассказывать, к чему все это? Слушайте, Дебора, а с чего я вообще должен вам верить? Слушайте, Дебора, с чего? Моя хозяйка вам верит. И это все? Если вы правда такой, как она думает, то этого хватит. Ну, приехали. И что я должен на это ответить? Послушайте, я не хотела вас в угол загонять. Милочка, вы умеете слова подбирать, не думали копом стать? Нет, ни за что на свете, а что такое? Сильно сказано. Расскажите честно, чего вы так боитесь? Видите ли, мистер Перриленд, моя хозяйка живет кое с кем, его зовут Хобарт Уэслер. Большинству он известен как Ибн Уэслер по прозвищу Главарь. Точно, какая-то крыса какая-то. Боги пуха и пера, помогите. Теперь понимаете, к чему вся эта секретность? Мягко говоря, даже слишком маленькая деталька Уэслер все ставит на свои места. Наконец-то мы уже добились. Оценка за ведение допроса. Ленивый кот. Ой, кот, говорю, коп. Последние мысли неплохо, но и нехорошо. Для новичка пойдет, но ты можешь лучше. В следующий раз соберись и обращай внимание на детали. Сосредоточься на Соне. Важная улика. Нынешний влиятельный приятель Наташи, нашего нанимателя, печально известный гангстер Ибн Уэслер. Продолжить. Задано 12 вопросов. Так, это типа не конец? Хорошо, а как сохраниться? Я уже хочу немножко, так скажем, округляться. Вот, кстати, здесь у нас инвентарь еще есть, в который мы можем заходить. Наверное, мы сможем этим пользоваться, да, в дальнейшем. Я думаю, типа, сейчас поняли, закончилось, типа, допрос. И перейдем на следующую миссию. Блядь, жалко, что вот это не перевели. А, можно нажимать и читать. А, ну тогда нормально, можно даже и это читать потом. Но, ребята, это мы сделаем, если вам понравился этот видос. Честно говоря, я понимаю, что я не бог, там, не знаю, не специалист, не профессионал по прочтению вот этих визуальных новелл, но хотелось попробовать, так скажем, испытать это чувство, это ощущение, как играть в эти игры и одновременно записывать их. Вот. Спасибо вам всем за просмотр, если ты смотрел, опять-таки, хотя это, наверное, вряд ли, и многих, наверное, терпение лопнуло от моего чтения. Но, тем не менее, если ты выдержал, то ты очень выдержанный. Я бы тебе лайк поставил, если бы была такая возможность. Ну, нет такой возможности есть, но есть возможность такая у тебя, обязательно прожми, поэтому лайкосик. Можешь подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео на этом канале. Также можешь подписаться на группу ВКонтакте, на свой канал, там тоже выходит новое видео. Точнее, уведомления по новому видео, чтобы не пропустить, так скажем. Пиши комментарии, короче, потом. Спасибо за просмотр, до свидания, всем удачи, всем пока.